В советские времена в этом детском саду были 4 группы, но после всех кризисов в стране садик ужался до одной. Причем воспитатели и родители постоянно жаловались на низкую температуру в помещениях. Но вот заменили окна, провели ремонт, и сад не узнать. Старшая группа разучивает песни. Здесь ребятишки от 4 до 7 лет. Теперь они знают, что в их детский сад ходят и малыши. Бывшую группу капитально отремонтировали за счет областных средств с финансированием из районного бюджета. Сделали раковину по санпину, провели горячую воду, сделали поддон для подмывания детей, закупили кровати, покрывало нам, одеяло, подушки, постель, посуда новая. Ну, в общем, у меня слов нету. Мы богатые, мы шикарные. Новое здесь все. Двери, окна, кроватки. Матрас, на матраснике, все новое. Это у каждого ребенка по 2 комплекта постельного белья, как и положено по нормативам. Воспитателям самим очень приятно. Все новое, яркое, современное. Особая гордость – санузел. Для ясельной группы здесь предусмотрено все. Когда открыты дети, сам дети сам заходят. Ванна! Вы нас будете мыть все. По санпину все, по возрасту, именно по количеству детей должно быть 3 раковины. Вода горячая течет. А тут только девочки, потом отдельно мальчики. 3 унитаза, тоже по санпину, нам это все хватает. Пока заведующая проводит экскурсию, у малышей физкультура. Опа, тихонько, Катюша. Раньше спортивный зал детей почти не водили. Температура здесь не поднималась выше 14 градусов. Очень было холодно. Температура опускалась очень низко. Здесь невозможно было заниматься. Но после ремонта у нас мы с ребятишками можем вполне нормально заниматься, играть. Сейчас у нас температура 25, свободно. То есть нормально. 15 малышей в возрасте от 1,5 до 4 лет пришли в этом году в новую группу. Их мамочкам не резон засиживаться в декрете. Все спешат выйти на работу. На осень уже забронировано 5 мест, когда самых взрослых перейдут в старшую группу. Но если вдруг запросы кратно возрастут, то детскому саду есть куда расширяться. Помещение позволяет.